Добрый день. Там кто-то стучится. Как вы готовите треску? Что нужно маляру? Я говорю, как вы готовите треску? Что? Мы не понимаем, что? Откройте мне окно. Да. Как вы ее готовите? Варим в подсоленной воде, а что? Но так нельзя. Она теряет вкус. Что вы делаете? Подержите. Добрый день, месье. Добрый день. Можно сделать получше. Я думаю о конкассе «Морской принц» с лимонным муссом. Знаете ли, наши постояльцы ненавидят перемены. Они порой даже не понимают, что едят. Да. Мы как-то приготовили им курицу, так они требовали рыбу. Со мной вы сможете достичь вершины кулинарного искусства. Мы к этому не стремились? Нет.